Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анатолий Баляев, и я хочу рассказать вам сегодня о том, что все не просто связано, а все очень непросто, все очень красиво и замысловато связано. И для этого мы сделали вот такую красоту. Поглядите, это вязаные книги. Они теплые, они нежные. Они бархатные, и хочется верить в то, что они умные, они добрые, и в них есть что-то, что вы найдете для себя полезным. И здесь наша любовь, здесь наше время, наши чувства, здесь то, что нам кажется, мне кажется, и моим близким, кажется очень-очень важным и нужным. Спасибо большое всем, кто помогал эти книги вязать. Спасибо большое всем, кому эти книги достанутся. И я бы, может быть, даже, если вы вяжете, кстати, свяжите для меня обложку этой книги. Кому-то из моих подписчиков она достанется. А вам за это я подарю электронную версию этой книги, которую вы сможете прочитать на телефоне или на планшете. Поэтому давайте сделаем так, чтобы вот такого добра, такого тепла было больше. Читайте мои книги, трогайте мои книги, любите мои книги, вяжите мои книги. И все будет очень-очень хорошо, и все связано. До свидания, будьте здоровы.